Для Международной федерации спортивной стрельбы это соревнование занимает 3-е место по значимости после чемпионатов Европы и мира. В этом году на спортивное состязание съехались стрелки из более чем 45 стран. Молодые спортсмены будут соревноваться по стрельбе из пистолетов и винтовок на дистанции 10, 25 и 50 метров. Первый день соревнований будут проходить зачетная стрельба по упражнению ВП-4, то есть это стрельба из пневматического оружия среди мужчин. Это будет проходить 2-3 дня. После этого начнется упражнение ПП-2, то есть стрельба из пневматического пистолета, тоже среди мужчин и среди женщин. Тоже будет проходить в ранге 3 дней. 13 числа у нас последние зачетные выстрелы. Большинство спортсменов, участвующих в состязаниях, профессионалы международного класса. Россию на Кубке мира представили более 30 стрелков. Перед данными соревнованиями у нас был сбор в составе Российской Федерации. Мы тренировались, работали на открытом воздухе, также тренировали пневматическое оружие, отрабатывали тактики, техники, выполнение выстрелов, упражнений. И поэтому на этих соревнованиях, я думаю, главное выполнить то, над чем мы работали. Кубок мира по олимпийским видам стрельбы в очередной раз проходит в комплексе стендовой стрельбы и стрельбы из лука, расположенном в Габалинском районе Азербайджана. Многие спортсмены приезжают сюда уже не в первый раз. Нам нравится очень ваша страна, особенно нравится Габала. Здесь очень превосходные условия для выполнения стрельбы, очень шикарные стрельбища, в частности тир 10-метровый позволяет для того. И у нас как бы хорошие воспоминания. Дело в том, что в 2015 году, 2 года назад, мы на данном стрельбище завоевали 2 олимпийские квоты в Рио-де-Жанейро. Германию на этом соревновании представляют 16 спортсменов. Наши стрелки всегда становятся обладателями медалей. Команда настроена показать все свои умения на этих соревнованиях. Азербайджан представит 12 стрелков. Среди них 5-кратный чемпион 4-х игр исламской солидарности Руслан Лунев и обладательница золота 4-х игр исламской солидарности Нигяр Насирова. Всего в рамках Кубка мира по олимпийским видам стрельбы будет разыграно 10 комплектов медалей. Лейла Курбанова, Фарида Ашралова, Илькин Мехтиев, CBC.